Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов бесплатно пригласили играть иностранца. Лыжный марш-бросок «Сызрань-Самара» в старт намечен накануне Дня защитника Отечества. Военная форма на этих мужчинах сидит как влитая. Все они прошли армейскую школу. Кто в десанте, кто в морской пехоте. Поэтому марш-бросок из Сызрани в Самару для них – это дань ностальгии. Чтобы пройти расстояние более чем в 200 километров, без потерь каждый участник сдает нормативы ГТО. Недавно это было плавание в полном воинском снаряжении. Сейчас метание гранаты 5 километров на солдатских лыжах с рюкзаком за спиной. Чемпион по бодибилдингу Андрей Абрамов сегодня переключился на военно-прикладной спорт. Для него марш-бросок – определенный жизненный экзамен. Себя проверить, доказать себе, что что-то еще могу. Вот мне сейчас 43 года, вот так, и нормы ГТО я сдаю на уровне 18-летнего парня. Вот, 18 раз подтягиваюсь, бегаю, плаваю. То есть лишний раз показать, что не только 18 лет человек может быть сильный и здоровый. Переходы на марш-броске будут и днем, и ночью. Привалы только чтобы просушить одежду, перекусить и поспать пару часов. Ведь преодолеть сотни километров по снежной целине, а это Жигулевские горы, леса и реки, группа рассчитывает всего за четверо суток. В обход всех населенных пунктов. Отбиваться от зверей экстремалы будут охотничьими ножами. Переход будет нелегкий, нужно все это форсировать грамотно. Для нас самое главное – это жизнь и здоровье каждого члена команды. Поэтому тут уже будем работать. У нас помимо этого всего, помимо лыж еще будут веревки. То есть у нас присутствует альпинистское снаряжение. Старт марш-броска «Сызрань-Самара» намечен на 19 февраля. В областную столицу восьмерка смельчаков планирует вернуться в День защитника Отечества на лыжах. Однако на всякий случай параллельно будет идти группа спасателей. Первая помощь придет сразу после запуска сигнальной ракеты. Помочь крыльям Советов во втором круге чемпионата футбольной премьер-лиги готов нападающий Джани Бруно. Сейчас бельгиец числится во французском клубе «Эвиан». Пока речь идет о бесплатной аренде, но с правом выкупа. До этого была информация, что крылья арендовали футболиста за 750 тысяч евро или 67 миллионов 500 тысяч рублей. Джани Бруно – воспитанник бельгийского клуба «Стандарт». В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 21 матч за «Эвиан». Во втором французском дивизионе забил 4 мяча. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.